Школа КВН – это юмор, импровизация, команда. Сцена, движение, игра. Первый выход на сцену – удовольствие от сказанной шутки. Новые знакомства, клевые мастер-классы. Полезные упражнения. Участие в Кубке ректора в мае 2021 года. 26, 27 и 28 апреля в точке кипения Мининского университета. Проведем школу КВН, научимся писать шутки, сделаем вместе первые шаги в КВН.